коту около 3 лет. В центр помощи животным его привез водитель такси, который нашел кота на улице. В приюте его подлечили и дали кличку Бакс. Очень ласковый и дружелюбный самец. Скорее всего, у кота уже были хозяева. Легко идет на контакт с людьми, любит играть. Активный подвижный кот ласково мурчит, любит внимание. Бакс будет рад обрести новую семью, где о нем будут заботиться. Центру помощи животным всегда нужна поддержка. Сейчас на ваших экранах вы видите все координаты приюта и счета, на которые вы можете перечислить средства. Не оставайтесь безразличны, кроме нас им никто не поможет.